Развод начался. Британия сделала первый шаг к отмене законов Европейского Союза. За соответствующее решение проголосовал парламент. Теперь документ должны обсудить комитеты. Все детали расскажет Елена Абрамович. Большой закон об отмене. Так изначально назывался этот законопроект. Позже драматический акцент убрали и получился закон о выходе из Европейского Союза. Депутаты Палаты общин обсуждали его более 13 часов. И в ночь на вторник все же проголосовали во втором чтении. Законопроект отменяет верховенство общеевропейских законов над британскими и в то же время копирует костяк европейского законодательства в уставные документы Британии. Для премьера Терезы Мэй это маленькая победа. Решение депутатов она назвала историческим. Перейти на свои законы Лондону нужно, чтобы избежать юридического хаоса после Брексита. Впрочем, депутаты намерены править документ. Я буду работать со всеми, чтобы улучшить этот законопроект. И сегодня я не могу его блокировать. Наше задание – обеспечить плавный Брексит для британцев, для британских предприятий и для продолжения дружбы и партнерства с ЕС. Теперь Терезе Мэй предстоит борьба с теми, кто добивается внесения поправок. А дискуссии предстоят как в Палате общин, так и в Палате лордов. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер».